Привет! Вы на канале Семья Саверченко Влог. Подмывка Фур – это международная сеть, огромный гипермаркет. Здесь в Шарм-эль-Шейхе он есть, оказывается, я даже не знал про это. И сейчас мы будем делать обзор по этому супермаркету по ценам в Египте. Какие здесь цены? Здесь цены примерно такие же, как… Ну, то есть это сеть, такие же, как в Каире. Вот бытовая техника, допустим, да, мы смотрим. Такой блендер стоит 2500. Значит, $1 это 18 фунтов. Вот такая газовая плита 1850. Ну, нагреватель на 50 литров 1000. Еще вот такая неплохая плазма 40 дюймов 4500. Чуть поменьше, вот за 2500 вообще есть. Порошки большой тайт стоит 95, 4 килограмма. Здесь местные. Ну, также. Вот здесь такие памперсы Baby Joy. Они стоят 100. 4 плюс мы сейчас носим. 40 штук. Также есть памперсы. В принципе, 150. 58 штук. Вот салфетки 70 штук, 17. Большая туалетная бумага, 24 штуки, 50. Ну вот 8 килограмм порошка, 114. Штук макарон, 400 грамм, стоит 4. Ну, куча всяких макарон разных. Горошек, кстати. Ой, кукуруза. И майонез. Масло. Ну, сколько? 1 литр стоит 20. 75 за 15. И 75 за 14. То есть разное масло, и подсолнечное, и кукурузное, и оливковое. Оливковое, кстати, литр стоит 100. Вот соусы, кстати, соусы недорогие. Хеннесси вот 12. Тоже Хайнц, горчица за 12. Томатная паста 400 грамм, 11. Бич-пакеты, кстати, 1 фунт стоит. Пшеничная каша 7,5 фунтов. Есть вот за 11. Что покажу интересное. Порошок какао-бобов 100 грамм 15 фунтов. Много очень сухого молока, всякого разного коктейля здесь. Много всяких, ну естественно, хлопьев. В принципе, тоже недорогие хлопья такие, качественные. Снова вернулся из Шарм-эль-Шейха. И видите, вот у нас вся кухня полная. Сейчас будем все это разбирать. Я вам немножко вкратце расскажу, сколько что стоит, сколько он купил. Итак, на все вот эти, вы знаете, все эти продукты. Значит, он привез сегодня 75 килограмм продуктов. Вы видите, да, здесь огромное количество еды. Вам сейчас скажу, что где лежит, что и как, и зачем, и сколько это все стоит. Значит, Паша купил ручки, мы будем бросить, потому что дети учатся, активно пишут. Мне купил тетради, блокнот, спасибо. Тут 3, а не один толстый. 3, я просила один толстый, ну ладно. Не суть. Тайт, сколько стоит тайт? 20. А, 20 фунтов стоит тайт, ну это очень дешево на наши деньги. У нас в России дороже порошки стоят стиральные. Значит, дальше, давайте сразу начнем с таких вот продуктов больших.
Здесь у них в Египте они очень любят не желтый лук, а красный лук. У нас в России он дороже стоит, но здесь он активнее растет, они его больше любят. И папа купил, наверное, таких пакетов 4 или 5 таких пакетов, несколько килограмм, то есть много прям, да, купил лука. Купил свеклу, здесь такая маленькая свекла. Значит, она стоит 23 фунта за, подожди, 23 фунта за 3 килограмма. А вот это вот, значит, лук стоит здесь за 13 фунтов за 2,5 килограмма. Ну, вот посчитайте примерно цену, да? 1,3. Килограмм лука 5 рублей. Килограмм свеклы сколько? 8 рублей. Килограмм батата, это вместо, ну, вместо картошки мы здесь покупаем, очень вкусная штука, 5 фунтов килограмм. Папа купил у нас гранаты. Вот смотрите, они, видите, они огромные, он купил много мешков гранатов. Они выглядят, покажи, как они выглядят. Тут куда ушел? Вот они. Внутри вот такие вот гранаты, очень сладкие гранаты, 6,5 фунтов. 6,5 фунтов. А в рублях это сколько получается? На 3,5 надо умножить. На 3,5 умножайте любые цены, которые называю. Дальше он купил бананы. Бананы здесь тоже стоят, значит, так, за килограмм 700 он отдал 29,5 фунтов. 17 килограмм стоит бананов. 17 фунтов. Умножайте на 3,5, получите в российских рублях. Значит, яблоки здесь, получается, стоят 23 рубля килограмм, да? Значит, 25 рублей. Это мы купили, потому что мы хотим сделать яблочный пирог. Очень давно дети вообще просили свежих яблок. Будем резать на всех, делить. Вот лаймы. Тоже говорила. И здесь есть, знаете, такой интересный белый грейпфрут. Первый раз такой вижу. Это не лимон, не апельсин, а именно белый грейпфрут. Откроем его, попробуем, что за фрукт такой. Он стоит, я не знаю. А, он стоит за 7,95. А почему? 8 рублей за килограмм написано. Да? Да. Вот он, вот видите, такой вот огромный гранат. Я вам для примера достала, просто показать, какого размера тут гранат. Такие вот сочные гранаты, представляете, сколько еще раз? 5 фунтов? 6,5 фунтов. Умножить на 3,5, это, ну, вообще прям даром, можно сказать, эти гранаты. Такие огроменные, вкусные, точно. Сезон сейчас, сезон манго закончились. А это сколько стоит? 12. А это вот розовая капуста у них. А что, белокочанной-то капусты не было? Нет. Представляете, в Египте нет белокочанной капусты, нету, да? Или она есть, но она в определенный сезон, но она дорогая здесь. Огурцы, значит, ну, огурцы, понятно. Сколько здесь тут огурцы, кстати, давайте. 8 рублей килограмм, да, 8 рублей килограмм стоит здесь огурцов. Папайя, зеленая папайя, очень вкусно здесь делать салат. Я сделала из нее в прошлый раз блинчики. Изюм, я вам уже говорила где-то в эфире, что вот изюм здесь такой очень вкусный продается, он не дешевый, но мы добавляем его в кашу, только в кашу, вот в овсянку мы добавляем, его очень вкусно получается, значит. Макароны. Такая одна пачка. Зелень немножко купил. Так, значит, овсянка здесь не дешевая. Ну, сколько стоит овсянка? 17. 17 фунтов, да? Стоит одна пачка. А вот такая сколько дороже, наверное? 20. Да? Вот такая вот White Oats дороже стоит. Nutri-Fit. Мы купили брауни, конечно же, очень вкусный. В прошлый раз не очень вкусный был. Этот вкусный с мороженым есть. Да. И купили молоко. Как я уже говорила, здесь в Египте молоко все из порошка. Поэтому мы покупаем сразу порошок. Только и думаем... Да, только в магазинах продается, конечно. Есть молоко, если подоить, там, купить у фермеров, но это другое. А вот если покупать в магазинах, то оно порошковое. И мы покупаем здесь сразу порошок, чтобы его разводить. Вот, это еще не все. Вот, смотрите, вот еще несколько пачек макарон тоже купил. А, каша вот такая, значит. Пшеничная. Пшеничная каша, две пачки. Но это все же очень недешево, ее на разрез я вот не видела. Сыр, несколько пачек, он хранится долго, очень вкусный сыр. Он вкусный и недорогой. Он стоит, сколько, 8 рублей одна? Фета. Это фета. 8,5 фунтов, одна пачка. Халва, это прям мне бонус. Я очень просила халвы. Вот. А сода, смотри, какая здесь интересная сода. Сода бикарбонат. Я просила для выпечки делать блинчики, пироги. Может быть, тортик сделаю с сыром, с фетой что-нибудь придумать. Да, можно будет какой-нибудь тортик? Вот, смотрите, здесь инжирный джем. Инжирный джем. Сколько джема стоит, Паш? 12 фунтов стоит джем. Не только инжирный, клубничный, Паш. Еще купил клубничный и персиковый. Или абрикосовый. Клубничная, томатная паста, масло. Сколько масла, Паш, пачка стоит? Все подорожало. Было по 10, сейчас 14. 14 фунтов стоит 14, пачка масла. А что ты разное набрал, интересно? Ну, разные. Ну, одинаковая цена, я думаю. Подсолнечная, значит, они все. Ну, хорошо, окей, горчички купил. Ну, и рис, соответственно, рис тоже, да, для всего. Сахар, сколько стоит сахар? Я не помню, 8, по-моему. 8 фунтов килограмм сахара. Вот еще пачка макарон развалилась. Ну, и вкусняшка немножечко папа купил, потому что он купил очень много гранатов, решил, что... Хватит есть искусственный сахар, будем есть настоящие гранаты. Чипсики. Вот такие чипсики. Можно одну? Ну и вот, друзья, все, сейчас будем разбирать все это. Ты довольны? Ну, ешь гранаты. Ура.
Все, мы пошли кушать гранаты. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот столько стоит еда в Египте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.